Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу мои пустые баночки за сентябрь и октябрь месяц. Буду показывать все в разнобой. Закончилась у меня вот такая мицеллярная вода от Clinians. Потом вот такая еще от Venus. Вот это мне нравится больше. Она хорошо снимает макияж. Дальше у меня закончился вот такой дезодорант Dove с маракуйей и еще с чем-то. Так, дальше, не помню, если я вам показывала зубную пасту против кариеса. У меня вот такая Thermax. Дальше у меня закончилась маска от L'Oréal. Вот такая. Неплохая. У меня еще есть вторая, которую я сейчас тоже использую. Хорошо питает волосы. Потом дальше у меня закончилась вот такая маска от Herbal Essence с кокосом. Тоже неплохая. Дальше у меня закончился вот такой шеллак бежевого цвета. Номер 45. Он у меня начал расслаиваться, поэтому выбрасываю. Дальше закончился у меня вот такой тональный крем от Rimmel. Ничего особенного. Матовая текстура. Так, дальше закончился у меня вот такой тональный крем от Max Factor. Типа не забивает поры, но я бы не сказала, все равно забивает поры. Дальше у мамы закончилась вот такая тушь от Catrice. Вот. Которую я ей давала. Ну, точнее, дарила. Потом также у мамы закончилась вот такая тушь от Дебора. Вот. Она вроде бы ей, походу, не пользовалась. Вот. Так, дальше. Закончился у меня вот такой тональный крем. Я в прошлый раз вам показывала то, что здесь оставалось чуть-чуть, поэтому доиспользовала. Так, дальше. Вот такой пробник шампуня мне давали. Ну, ничего особенного. Вообще, одушка мне не очень понравилась. Так, потом у меня закончились вот такие два пробника от Guerlain. Это у нас Aqua Allegoria. Что это у нас? Neroli и Vetiver. Вот такой. И закончился у меня вот такой пробник. Мандарин Базилик. Так, дальше у меня закончились два аромата, которые я вам даже не делала обзор. Так, вот такой первый. Это у нас Сеньорина Рибелле. Так более правильно. Господи, аромат. Закончился, да. Вообще шикарный. Мне понравился. Такой сладенький. У меня здесь вроде бы 20 миллилитров. Вот. И дальше моя Шанелька Габриэль закончилась. Вот. Я ее до сентября добивала. Вот. Там была капелька, я ее специально до сентября оставляла. Господи, это шикарный аромат. Вообще, я люблю Шанель. Вот. Это все мои пустые баночки за 2 месяца. Вот. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорой встречи. Пока.